Что делать тем, кто родился за границей и вовсе не получал российских документов, однако по факту, по закону является по праву рождения гражданином России? Ну, стоит сказать, что для того, чтобы лицо являлось гражданином России, у него должен быть российский паспорт. Поэтому до тех пор, пока у него российского паспорта нет, оно гражданином России не считается. Поэтому хотелось бы отметить, что в отношении несовершеннолетних лиц обязанность по уведомлению лежит на их родственниках, на их родителей, которые должны в установленном порядке уведомить Федеральную миграционную службу. Если же ребенок не является гражданином Российской Федерации, то никаких уведомлений ему на него подавать не надо, даже если его родители являлись бы гражданами Российской Федерации.